болельщикам, которые за вторым по значимости кубковым турниром Европы следят. Синий тайм появится на поле. Усилили Бету голкипер, Фернандо Наварро и Коки пара защитников. И гол! Вот так вот. Вот неожиданно, казалось бы, из ничего рождается этот мяч Хосе Антонио Рейса. Еще раз посмотреть. Вот спас своему. Возвращает Хандановичу. И Ханданович попадает в спину Хосе Антонио Рейса, и именно эта спина становится автором забитого мяча. Кошмарная ошибка словенского голкипера. Говорит это о том, что подвижность у игроков Севильи, конечно, сегодня очень высокая. Нацеленность на ворота присутствует. И вот, что называется, отрабатывают каждый эпизод. Вот отработал и этот Хосе Антонио Рейс. Сказал, что совершенно правил он не нарушал. Витоло. Гамейрой теперь уже от спины защитника. Мяч отскакивает. Удар и 2-0. 2-0 сегодня спины играют, друзья мои. Кевин Гамейро. Отличался он, как вы помните, в первом матче, сравнял тогда счет, сделал 1-1. Но здесь от спины Аргуса, бразильского защитника, мяч отскакивает в первом тайме, я напомню. Передача-то, кстати, не очень даже и удачная была у Витола. Да, красиво, изящно, но вполне мог защитник там и отработать. Кто уходит? Уходит Мертель. Вот такая замена. Хорошо, вот это было хорошо, вот это было тон. И опять я отмечаю Выршич. Дары Выршич, очень достойный молодой футболист. Удар и гол! И гол, и это шанс последних двух минут. Это 2-1. Дары Выршич. Нам показывают заключительный эпизод этой атаки. А стоило бы показать ее чуть пораньше, когда Выршич своим оригинальным, очень умелым действием сохранил команде мяч, позволил перевести его на другой фланг, позволил обороне качнуться соперника. И вот здесь он вышел на свободное пространство, которое образовалось не без его помощи, не без его игры в начальной стадии атаки. Браво, Дары Выршич. Второй мяч он забивает Севильи в двух встречах. И хочется надеяться, что этого футболиста в Мариборе, а может быть и...